помнишь, как читали «Запой Экзюпери», а слова вспомните, что вслух заучили мы в ответе за тех, кого приручили. А слова вспомните, что вслух заучили мы в ответе за тех, за тех. Что ты скажешь по этому поводу? Ну, по одной тарелке мы уже съели, вот по второй набрали. Я сейчас думаю, будем третью набирать или нет. Ну, ты кашалот. Поглота кашалот. Сок уже не лезет, хотя натуральный с мякоти, но хочется просто водички. Водички захотите? Да. Покажем Европе, как надо банкетовать. Ага. Вернешься домой, тебя ждет очень-очень-очень много приучил? Водички. Приучил? Водички. 6 утра дома, каждый день вот так вот. Ага. Ты встаешь в 5, готовишь. Не хуже. Потому что там условия тяжелее. Значит, еще больше должно быть еды. А, за вредность? Вкусный, разный. За вредность? Да, за вредность. Может, тебе еще молоко? Иначе я тебя буду грызть и доставать никаких. Сейчас. Чуть-чуть мертвый хватит. Ну, не хуже, это понятно. А лучше можно? Лучше можно, да. Еще лучше? Да, счет, да. Нет предела совершенства? Да, батенька. Губу ты разметал конкретно. Сахара ты зачем набрал столько? Губу разметал конкретно, да. Они смотрят... Вообще-то это порция для 10 человек, тебе не кажется? Тут можно день рождения сделать. Как минимум юбилей отметить. Точно, все гости к нам. Вообще, друзья, мы таким образом отмечаем Пасху. Это неделя вся. Всю неделю можно отмечать. Ну, вот так мы разговляемся. Как начали с воскресенья, так и не можем остановиться. Затягивает, знаешь, затягивает. Тормоза отказали? Да, затягивает, хорошо. Отрываем себе с тормозов? Да. Ясно. Очень приятно, очень вкусно, очень полезно. Еда такая усваивается вообще, просто бомба. Ну да, на фоне такого вью, да. Тут не только сожрать можно все. Ой, как хорошо. Вот у башни Халифа, между прочим, самое высокое здание в мире. Ее не видно. Как это не видно? Все видно. Все видно. Одной остановки от нас, шаговый доступ. Ну да. А мы сидим тут в заводской столовке, слегка перекусываем. Тебя спросили, сколько вам кусочков хлеба, как у высших ресторанах Одессы? Ну да. Хлеб. Я бы содрали по 1,5 гривны за каждый кусочек. Посчитай, сколько ты хлеба уже нанес. Да. Скоро будут, в Украине, в которой самые лучшие в мире чернозем, и спрашивают, сколько вам крошечек хлеба. Да, сколько вам крошечек хлеба. Каждая крошечка будет 2 гривны стоить. Накрошить. Сколько вам хлеба накрошить? Как дюймовочки. Каждую крошку в ладошку. Ага. А тут видели, блин. Хлебушка накрошить. Ну тут тоже проблема с хлебом, видишь? Приходится под заказ ходить, потому что... Ну да. Все здесь, есть хлеба. Здесь нет проблемы с мясом и со всем остальным. Да. Не, ну это ж чутка, проблем с хлебом у них тоже нет. Ну просто на фоне всего остального... Что, третьим разом пойдем или разорвет? Не знаю, как пойдет. Сейчас, ладно, пусть освоится. Завтрак тут, кстати, порядка 4 часов подряд, так что можно спокойно сидеть. Можно сделать несколько заходов. Да. Так. Ну что, друзья, приятного аппетита. Как говорится, чтобы я так жил, чтобы вы так жили. Смотрите, учитесь, делайте у себя так же. Я буду в Одессе так приходить к вам, кушать, завтракать, говорить спасибо. Просто имейте в виду, что можно жить и чуть-чуть иначе. Да, как говорится. Чуть-чуть иначе, чуть-чуть получше. Как говорится, хуже уже некуда, мы уже и так во всех антирейтингах на первом месте. Поэтому есть смысл, есть куда, есть в какую сторону. Нету коров, нету полей, нету рек, нету лесов. Откуда это все берется? У вас вроде все есть, а жертвы нет. Ага. Чернозема тут, даже чернозема нет. Какой чернозем? Тут песок тупо. Откуда же это берется все? Откуда что берется? Непонятно. Ну, видимо, им... Пустыня и все. Видимо, им Аллах помогает. Да. Аллах Акбар. Так. Здесь нужно вставить пи-пи-пи. Почему? А, еще скажешь, что я этот. Ну, да. Нет. Я хороший.
Я уже поел, я уже добрый. Вот с утра был злой, голодный. Ага. Всю ночь не ел. Потому ничего, что у тебя велосипеда не было. Да. Час ночи всего поел, а до утра ничего не ел. Ну ладно, друзья. Все, будем приступать к трапезе, иначе все остынет. 20 минут прошло, я уже начинаю голодать. Уже проголодался. Приступаем к трапезе, иначе все остынет. Все, смачно. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Присоединяйтесь к нашему столу.